И в этой же серии муж или не муж? Да, муж или не муж? То ли дятел, то ли... Что вы говорите? Читаю? Ух, как вам сказать? Ну да. Но в основном читаю литературу о чем? Сейчас романы, честно говоря, читать вообще не могу. Сейчас просто не знаю, думаю, господи, что это. Даже самые крутые вот. Не могу. А в чем-то, скорее, мимо очень много читаю всякие разные воспоминания. Мне интересно вообще, скажем так. Мне интересен чужой творческий процесс, да, то есть вот чужая жизнь. То есть мне это интересно. Ну, опять же, если хорошо написано, то не так часто, к сожалению, даже не так часто. А какие-то рассуждения по поводу того, почему ты меня не любишь, зачем я тебе нужна? Я что-то не... Ну, скажем так, Толстой, ну, так мне уже кажется таким, ну... Ну, он как бы умер уже после Великой Отечественной войны. Все понятно, такая там, я тебе нужна, не нужна, когда просто взял и забомбил, или как сейчас там, взорвал дом, или там, веслание детей там. Ну, да, это нормально, чего, жизнь. Там что-то как-то уже даже, ну, это как-то смешно. Нет, есть, на мой взгляд, литература, которая не имеет, нет, вот, Гоголь, да, мертвый душ, скажем, пожалуй. Ну, что читать, их так почти всех наизусть, ну, наверное, да. А вот скажите, вот на Пушкинской 10, помните, это все времена еще, там, типа, знаете, 80 какой-то год, да? Да, там все художники жили. Там и сейчас живут, не волнуйся. Там до сих пор все осталось? Ну, вот Владимир Волков там живет. Не знаю, сколько там еще осталось, но он там остался. А Олега Григорьева вот такого, знаете? Лично не знал. Ну, масса друзей моих, которые очень близкие мне друзья, которые знали его приказ, в том числе Владимир Волков. Я не знал, но я на самом деле и сейчас-то поэзией не увлекаюсь, а тогда вообще не увлекался. То есть в то время я считал поэтов вообще вредными людьми, если честно. Ну потому что думал, какого хрена? Может быть, потому что у меня было такое, как сказать, ну детство, конечно, такое было, потому что когда там увидел в экране Вознесенского или там Евтушенко, вот, бантик, я думал, господи, что это, зачем? Что для вас в этой жизни главное? Для меня главное? Ну, знаете, такого бочка, да. Главное, господи. Сейчас главное, ну вот, дописать пластинку. В жизни? Ну, я говорю, что в жизни сейчас главное дописать пластинку. Как мы жизнь забыли? А как можно всю нашу жизнь жить? Да что там все главное? Потому что главнее жизни-то. Ну, не знаю. Это какой-то странный вопрос, мне кажется. Что может быть главного в жизни? Вот сейчас главное выпить, вот пирожок съесть. Да, 5 минут назад было главное вспомнить эту песню и попытаться. Чтобы она как-то родилась. Не про текучку говоря, а про жизнь. А прожить, как можно спеть, что значит главное? Есть цель какая-то. Цель? Понимаете, нет, слава Богу. Когда можно цель жизни? Как что может быть цель? Что это мишень, что ли? Что это цель жизни? Ну как, посадить дерево. Понимаете, это все из... Дима, вот как закаляло сталь, вот это все, ну да, понимаете, можно там всю жизнь, наверное, горбатиться, понимаете, или спасать дорогу. Знаете, да, что сейчас по Обаме почти не ездят поезда, да? Когда-то была цель очень многих поколений людей. А по ним не ездят поезда, потому что там дорога вся уже. Кому нужна такая цель? Что это за цель? Никакой не цель. Цель это вот, ну, жить, что там еще там, может, сейчас. А когда тебя лишают этого, вот, на мой взгляд, значит, цель выжить. Ну не, а про Веселкина слышал что-нибудь? Ну я еще, к сожалению, не знаю. Да. Мы не общаемся давно. Слышу я. Я ничего, к сожалению, не могу сказать. Что... Ну, мы не общаемся давно, с 92-го года.
То есть я его там... Когда Майк на Новоенко был... Да, вот я видел его последний раз. Вот, где его там как-то охранники начали вязать, понимаете, значит? Да. Он был один, конечно, был. Тебе шкуры, да, был одет он очень странно, охранником это было странно. Да нет, это все бред, понимаете. Я лично вообще был удивлен, потому что это, может, потому что действительно тень Майка так витала, то есть Майк выступал все в таких кошмарных условиях. То есть нам повезло больше, потому что мы чуть попозже, да? Ну, и поэтому, видимо, они решили, что так вот и надо, да, реагировать на людей, которые... Ну, я вот все вот гадили, клуб у него там-там был, мы там играли тоже, мы даже с вами как-то однажды там что-то играли, там, еще лет назад. Он что, сейчас существует там или уже его нет? Там-там нет, не существует. Там сейчас театр Архе. А с его чем сейчас занимается? Понятия не имею. Он, по-моему, на койке свалил. В теннис играет, не знаю. В теннис играет? Ну, я не знаю, я просто... Я его не вижу. Мы только встречаемся в последнее время на каких-то поминках. Столько лет отсутствует. Вот приглашают на концерты восточнее Урала. Приглашают, но как сказать? Приглашают. Но я редко слышу. Вам же сейчас не действительно действует. Нет. Мне как-то тяжело, правда, есть по нашей стране, начиная с 1998 года. С большим трудом мне дается, потому что я честно не знаю. Я, честно говоря, не чувствую себя адекватным в этой вот всей истории. Я такое ощущение, что я вообще какой-то бред несу, и ну, просто вот какой-то такой, я не понимаю. Мне кажется, надо говорить, заморозили, что-то становится. Вас приглашают, а вы отказываетесь? Ну, конечно, как, бывает отказываюсь, бывает, что просто срываются кастроли. Ну, тяжело, ну, как у нас. Мы, в общем, не дешево все делаем, потому что, честно говоря, стараемся как меньше, поэтому стараемся сцены как можно ходить. Да? И опять же, не из-за того, что мы такие так себя любим, а ну, это скорее из-за того, что мы любим творчество. Вот. Мне кажется, оно для меня лично, оно на мой взгляд, намного большую ценность, чем осчастливить как можно больше людей своего присутствия. Я считаю, что это... Потом я, честно говоря, не думаю, что народу особо нужно вообще все это. Не потому, что такое кокетство, да, а просто потому, что действительно сейчас... Жизнь нелегкая, там люди как-то умудряются жить очень на такие смешные деньги. Мне все это непонятно. Я не думаю, что это... А им давать какой-то... То есть, по сути дела, знаете, чем я занимаюсь, это же такой пост-пост... пост-пост взгляд, да, на жизнь. То есть он скорее больше интересен людям, которые... живут в таком же темпе, скажем, как я, чем людям, которые просто пришли на концерт, там, отдохнуть, какой-то что-то отдых. То есть, скорее, вот, то, что мы делаем со старшим Скоттом, вот, да, это вот,